Пресс-секретарь президента обратился к общественности. Он рассказал, что в настоящее время различные мошенники активизировали свою незаконную деятельность. Отдельные деятели культуры сообщают, что их приглашают на мероприятия государственных органов, при этом просят перевести незнакомым лицам деньги под различными предлогами. Алагузов призвал немедленно обращаться в правоохранительные органы. Если кто-то приглашает вас на мероприятие от имени администрации президента или госорганов, а потом просит за это деньги, знайте, это мошенники. Государственные служащие никогда не собирают деньги для участия на праздничных мероприятиях, вручения наград от имени президента, председателя кабинета министров и от имени других должностных лиц. Если к вам обратились незнакомые люди и сообщили о сборе средств в качестве благодарности госслужащим, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Для мошенников, совершающих любые противоправные действия по телефону или через социальные сети, предусмотрена соответствующая ответственность.